Шановні друзі, ми продовжуємо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». Сьогодні ми говоримо про найсприятливіші теми для розмови у незнайомій компанії. І музика – одна з таких чудових тем для того, щоб почати бесіду. До речі, фахівці радять навчати музиці дітлахів з маличку. І як навчати правильно музиці та про роль музичного виховання – у розвитку дошкільнят ми говоримо із нашими гостями. І зараз я познайомлю вас із дуже красивими і талановитими творчими нашими гостями. Отже, знайомтеся, це педагоги школи майбутнього Гуртківця Наталія Усова. Доброго ранку. І Оксана Гучик. Доброго ранку. Я рада бачити вас у нашій студії. Шановні друзі, ми вже запрошували педагогів із школи майбутнього Гуртківця при Миколаївському палаці творчості учнів для того, щоб поговорити про розвиток мовлення наших малюків, дошкільнят. А сьогодні ми говоримо про музику. Скажіть, будь ласка, з якого віку потрібно говорити і навчати музиці дітлахів? Ну, на самом деле, музыкальное развитие, оно должно начинаться как можно раньше. Я бы даже сказала, еще в утробе матери. То есть мама должна петь ребенку, а затем, когда ребенок рождается, это элементарные песенки, колыбельные, какие-то детские попевки. И, в общем, музыка нас сопровождает всю жизнь, поэтому чем больше вы ребенку поете и слушаете с ним музыку, тем лучше. Шановні друзі, у нас працює телефон у студії прямого ефіру 76-92-42. І ви, мами, татусі, бабусі, дідусі, вихователі, можете поставити свої запитання нашим гостям, правда? Звісно. Я думаю, що ви готові відкрити свої педагогічні секрети. З удовольствием. У нас є фрагмент уроку. Ми можемо подивитися, як ви працюєте з дітками, і потім далі продовжити розмову. Дорогі ребята! Мы начинаем наш волшебный урок путешествия. Итак, чтобы попасть в нашу волшебную страну, мы с вами сегодня превращаемся в самолеты. Давайте сделаем вот такие крылья. И на звук «У» мы прогреем свои двигатели и взлетим высоко-высоко. Вы готовы? Да. Итак, вместе низко-низко пробиваем двигатели. Хорошо. И у нас в царстве музыки есть два королевства. Одно королевство называется звуков. Правильно? Звуков. И какие же? А теперь скажем, какие звуки мы знаем? Шумовые. Шумовые. И музыкальные. Хорошо. А смотрите, за окошком у нас сегодня что там идет? Солнце. Солнце. Солнце или нет солнца? Дождь. Дождик капает. И мы сейчас с вами поиграем. Дождик. Квадратный немножко дождик. Приготовили свои ручки-ладошки. И делаем ветерок. Ветерок, ветерок, дует, 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 дует. И пригнал на большую черную дождевую тучу. И пошли маленькие дождики. Один из фрагментов вашего урока. Оксана у нас за інструментом, а Наталя проводить урок. Що ви відчуваєте, от коли проводите з дітками подібні уроки? Когда я встречаюсь с детьми, это всегда большая радость, потому что дети заряжают нас позитивом, эмоциями какими-то такими. Вот на целый день настроение просто поднимается. И когда дети приходят, они ждут чуда, они ждут волшебства, чудеса, они верят в феи, они хотят поиграть, и поэтому наши уроки не всегда как волшебный праздник какой-то. Мы хотим, чтобы дети в музыку окунулись полностью. Вот на эти полчасика, чтобы они побывали в этой волшебной стране и узнали что-то интересное и новое. И поэтому наши волшебные путешествия начинаются. Начинается с того, что мы попадаем с детьми в царство музыки. А в царстве музыки у нас три королевства. Это королевство звуков, королевство музыкальных жанров и королевство музыкальных инструментов. Ну, довольно деякі складні питання, так? Да. И для дорослих, а тем більше для малюків, не зарано їм? Нет. Дело в том, что мы преподаем в такой форме, чтобы деткам было весело, легко и интересно. Многие считают, что изучение, например, нотной грамоты – это очень скучно и неинтересно. Но мы придумываем много интересных, наглядных таких пособий. Вот, например, в царстве музыки вот у нас такой есть король. Скрипичный ключик, который приходит к детям в гости и ищет себе друзей. Потом, когда он их находит, вот эти волшебные цветные нотки, 7 штучек, да, вот у нас до, ре, ми, фа, соль, ля, си, они
с ним дружат, и он им строит домик. Это нотный стан, и каждая нотка занимает свое место на нотном стане, и детям очень легко запомнить и по цветам, у нас есть стишок специальный, и по расположению ноток у нас есть тоже стишок. Мы им и наглядно, и слухово, все органы чувств участвуют. То есть, в каком веке вы уже навчаете? Это 5 лет. 5 лет? Да, а для чего 5 лет знать нотную грамоту? Ну, потому что, во-первых, у нас школа будущего кружковца. И мы хотим, чтобы дети развивались всесторонне, вот, способами музыкального искусства, чтобы они прикоснулись уже в 5 лет к этому, а потом, конечно же, нашли свое место, как говорится, в жизни. Я думаю, что многие дети потом с легкостью приходят в наши кружки, где есть и вокал, и инструменты, и занимаются с удовольствием, и уже учителям легче, потому что дети очень легко эту элементарную грамоту запоминают способами вот такой игры. Я думаю, что это очень интересно для них, это не сложно. Главное, что они уже мотивированы, то есть им это нравится, и они не воспринимают это как какую-то высшую математику. Оксана, что вы бачите в очах дітлахів, яким ви даєте якісь музичні фрагменти, що вони повинні вам відповісти, як вони відреагувати повинні? Дети реагируют по-разному, все зависит от того, слышали ли дети раньше подобную музыку классическую, поэтому реакция бывает разная, но, как правило, она очень такая яркая, очень положительная, позитивная. С какими творами начинается знакомство детей и с классической музыкой? Как раз второе царство. Вот у нас царство музыкальных жанров. Мы придумали, что это у нас будет царство трех китов. И вот как раз такой мужчина у нас есть, это оперный певец, такой кит. Это вы сами все выгадали. Это мы нарисовали, да. Вообще-то, я немножко перебью, да, это теория Дмитрия Ивановича Кабалевского, которая уже существует многие десятилетия, и знают ее все музыканты, о трех китах музыки. То есть это три основных жанра – танец, марш и песня, на которых строится все музыкальное царство. И мы детям вот в такой интересной форме это все преподаем. Марш, марш – это песня, а это у нас красавица танец. Такие веселые. Кити допомагають навчатися дітлахам. Ну що, у нас давайте, можливо, подивимося ще один фрагмент уроку і продовжимо далі. Дітки стараються, всі дітлахи люблять співати. Очень. Але, мабуть, ще важливо, що співають і як. Які пісеньки ви порадите співати батькам із своїми малюками? Ну, я думаю, що потрібно побільше музики слухати, просто слухати вместе з дітьми. Не оставлять их наедине, вот вам компьютер, вот слушайте, а просто слушать, не стесняться с ними петь. Дома, на кухне вы что-то готовите, спойте с ними любую песню, которую слышали вы в детстве. Может, даже то, что вам пела мама. И это так сближает и ребенка, и родителей. Пусть папа что-то споет, это очень интересно. Какие-то концерты вечером для бабушки, для дедушки, это очень исплачивает семью и развивает ребенка в то же время. И мы берем свой репертуар, и украинские народные песни, и украинские авторские песни, и на русском языке. Если вот изучение нот, у нас есть специальная песенка про нотки, чтобы они запоминали еще и когда поют эту песню. Зараз была, мы побачили не просто песенку, а такая науково-навчальная вправа. Да, что это за вправа? Ну, мы развиваем у детей еще и певческое дыхание. Вот они сначала подышали там немножко, а потом мы даем им распевочки, легенькие для деток, чтобы голосок немножко привыкли
привыкла к тому, что сейчас мы будем петь. Ведь голос это тоже наш как бы рабочий аппарат, его тоже надо разогреть, его тоже надо приготовить к тому, что сейчас будет какая-то песенка. Песни у нас не всегда еще и легкие, но они детские. Родители тоже говорят, ой, что-то сложная песня. Я говорю, вы не переживайте, мы их подготовим. Мы сначала пропоем, мы сначала распоемся, а потом уже поем наши интересные песенки. І ось такі пісеньки не тільки дозволяють якось налаштуватися на урок, а ще я чую і гаму навчають, так? Вони обов'язково, вони у нас нотки і вверх поють, і вниз, і потім вони знають, де нотки, і в розброс. Це все у нас, кожен урок ми повторяємо, ми изучаємо щось інтересне нове. Да, у нас є ще такий прийом, називається пальцестан. Тобто ми представляємо, що наша рука – це 5 нотних лінійок, на яких розполагаються наші ноти. І от ми з дітьми показуємо нотка дона добавочна, нотка ре под перше, міна перше, фа, соль, ля, си. И таким образом у нас дети не только визуально изучают эти ноты, не только выходят к доске, не только соревнуются, но еще и тактильно они это все осваивают. То есть это все в такой в органической, очень легкой игровой форме в них просто входит с самого раннего детства. Само собой. Они потом всю жизнь они себя чувствуют комфортно. Мне кажется, что ось таке занятие еще и своєрідна логопедична практика. Совершенно такі верно. Такие розпівочки и такие співи помогают дитині розробити артикуляційний апарат, да, і потім да, говорити конечно. Краще. І ще один фрагмент уроку і професійний коментар до нього. Що це за заняття? Ось така фізкульт, музична фізкульт хвилинка. Да, музикально-ритмічна розмінка. Такі розмінки, вони просто необхідні. Во-первых, 5-6 років – це возраст ігрової діяльності, і дітям потрібно постійно міняти види діяльності. Вони більше 5 хвилин на одному місці не сидять. І ми стараємося в течение уроку їх міняти. Ось такі фізкульт-минутки діти дуже люблять. Вони тобто розвивають... вдома також можна застосовувати конечно, такі фізкульт-хвилинки? Нужно. Нужно, да. Дети очень их любят, потому что это развивает и координацию ребенка, и чувство ритма, это очень-очень важно, и эмоциональное какое-то выражение, потому что они же там поют и что-то и выражают на лицах. Дребна моторика. Так, я да, вот да, так да. Внимание, внимание да. ребенка. Да. Внимание обязательно. То есть все, что нужно для развития ребенка, вот здесь, в этих физкульт-минутках. Скажіть, будь ласка, а з яких класичних творів варто починати знайомство дитини з музикою, з музичним світовим надбанням? Ну, самых классических примеров это должны быть, наверное, классические композиторы, которые писали для детей, но не обязательно для детей, можно подбирать произведения уже для взрослой аудитории, потому что дети, они чувствуют так же, как мы. И очень важно, когда мы слушаем вместе, там, родители или педагоги, очень важно показывать ребенку и улыбку на своем лице, и слезы на своем лице, чтобы он видел, что это нормально, не чувствовать бояться эмоции, своих эмоций, выражать конечно, свои конечно. Эмоции. Да. Поэтому я считаю, на усмотрение педагога, если педагог... хорошим вкусом. Музика народ... Дякую. Музика народжується за допомогою музичних інструментів, да, правда? Да, і да. дітлахи також повинні, мабуть, знати якісь основні. Це наше третє королівство, де, да, у нас ми изучаємо якраз музикальні інструменти. У нас є групи інструментів. Це струнні інструменти, це ударні інструменти, це духові інструменти. Наприклад, струнні інструменти ми не тільки розказуємо їх, ми ще показуємо, от у нас є інструменти, якими ми владеємо теж. Духові інструменти представлені у нас оце пілочкою, струнною бандурою.
Вот инструмент. Клавишные, естественно, фортепиано. Фортепиано, да. А ударных у нас еще есть много инструментов, которые дети могут к ним прикоснуться. Это такой у нас создается шумовой оркестр, где у нас трещотки, маракасы, колокольчики, и треугольнички. Такий, мабуть, шумовий оркестр можна створити і вдома. Правда, бо не в кожного вдома є бандура, не кожен батьків володіє музичними інструментами. Очень хорошо. Даже вот, если какие-то праздники, например, день рождения, и вы устроите для, не только для детей, а для всех своих гостей, то будут все очень рады. Потому что родители, взрослые, они тоже как дети, тоже хотят поиграть, повеселиться, пошуметь. Які возможности можна зробити? Выразить. Взяти підручні засоби, постукати. Любые, да, тарілки, тазики. Можно включить какую-то фонограмму, да. Можно не включать фонограмму. Это фантазия, это всплеск эмоций, все, это очень здорово. Все, что у вас в руки, да, попалось, пожалуйста, шумите, веселитесь и передавайте свои эмоции детям. Я бачу, що ви готові вже передати свої емоції нашим глядачам. І наостанок, наприкінці нашої розмови, поради для батьків. А потім вже музичний подарунок. Ну, уважаемые родители, даже если у вас нет слуха, даже если нет практики исполнения песен, пожалуйста, пойте с детьми побольше, не стесняйтесь, слушайте музыку. И еще приводите детей к нам во дворец творчества. В нашу школу будущего кружковца, в наши кружки, коллективы. У нас замечательная атмосфера, у нас прекрасный особый мир во дворце. Мы вас ждем. Я думаю, рекламу только палацу творчества можно не обмежуватися, а будь-які заняття музикою, співами, це конечно, завжди конечно, розвиток конечно. Для дитини і приємні хвилини. Особливо, якщо ребенок просить, не ігноруйте це. Поведіть, хочуть на скрипочку, пусть ідуть попробують. Навіть якщо не вийде, ребенок має себе шукати. Пусть він знайде свій талант і потім його буде вже розвивати. Дякую вам, приємного продовження дня і просимо музичний подарунок. Музичний подарунок. Скоро у нас Святой Николай, ми к деткам граємо такі легенькі, красиві, інтересні мелодії. Браво, дякую. Спасибо. Вам за гарний настрій і за вашу творчість, за вашу творчу діяльність і за розвиток наших миколаївців маленьких. Дякую, приємного продовження спасибо дня. Спасибо.